где могут активно развивать своего ребенка, да, заниматься адаптивной физкультурой. И обещают, что в рамках экофестиваля будет адаптивный скалодром. Правильно? Будет состоится презентация, где... Вот расскажите о нем поподробнее. Да, этот скалодром будет расположен прямо здесь, прямо в Артбухте, около улицы Театральной. И на этом скалодроме смогут все дети, и взрослые даже, с родителями детки, смогут забраться. Они смогут получить первичные знания о том, что такое адаптивное скалолазание, насколько оно полезно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Михаил Сапаров, чемпион мира по адаптивному скалолазанию, проведет презентацию, и все расскажет и покажет на собственном примере, как это все происходит. Мы надеемся, что мы откроем эту секцию адаптивного скалолазания в Севастополе для детей, для их родителей в том числе, потому что скалолазание – это семейный полезный вид спорта, которым может заниматься вся семья. Как же чудесно, что наш город настолько развивается. Насколько я поняла, этот экофестиваль будет благотворительным, правильно? Поэтому планируете ли вы собрать какие-то денежные средства, как можно сделать донейшн? Да, это прекрасный проект «Верь в себя», и я решила организовать очередной фестиваль в пользу какого-то социального проекта. Откликнулась Ольга, поэтому весь доход, который мы получим от тех, кто хочет быть благотворителем, и это очень просто, приходите, узнавайте про экологию, залезайте, делайте свое подношение. Все это пойдет на дальнейшие благотворительные фестивали и на проект открытия студии скалолазания. Насколько я поняла, 5-6 октября на улице Театральной будет проходить экофестиваль с 12 до 7, правильно говорю? Все правильно. Будет праздничное открытие, будет красиво, весело. И, как всегда у нас, пожалуйста, присоединяйтесь. О чем будете рассказывать? Я так понимаю, что будут и спикеры, и мастер-классы. Да. Экология – понятие широкое, поэтому у нас много мастеров. И о привычках, и о новостях, и об экологии поведения, экологии отношений в семье, экологии потребления. Много. То есть экологии в целом, не только будете говорить о чистоте нашего города, как сохранить чистоту Севастополя? Конечно, конечно, но чистота – это то, что очень важно, да, и переработка мусора, раздельный сбор – это то, что нас давно всех беспокоит. Есть новые возможности, вы можете узнать, куда можно приносить свой мусор, как можно его разделять, какие есть акции в Севастополе, много людей, которые занимаются этой проблемой, и мы собираем их вместе. Даже мы будем раздавать саженцы деревьев, которые выращивают наши друзья из семян, деревьев, которые растут здесь, в Севастополе, они их собирают и высаживают и будут раздавать. Очень здорово. Огромное спасибо, что поделились такой полезной информацией. Еще раз повторюсь, 5 и 6 октября в эти выходные в Артбухте на улице Театральной пройдет экофестиваль, который называется «В каждом свет». Если вы не безразличны, присоединяйтесь. Ну а я передаю в студию слово Маше и Сереже.